Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет необычный формат видео. Это будет видео в какой-то степени по запросам. Поговорим про корректирующее белье, про два достаточно нашумевших бренда. Один из них это Skims, а второй это уже нашумевший в России Белью. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Так как сама тема белья, она достаточно хрупкая для меня, вообще белье это такой интимный вопрос. Сегодня я смелюсь покажу почти все покупки на себе, поэтому я для себя выбрала комфортный вариант, как это будет выглядеть. И большая просьба уважительно к этому отнестись. Думаю, это будет все равно наглядно и полезно. Давайте начнем с бренда Белью. Да, я надеюсь, всегда правильно его произношу, потому что для меня до сих пор загадка, так ли оно произносится. Этот бренд основал муж Марины Голомазиной, основательницы 12 Stories. И, собственно говоря, она там является креативным директором, поэтому белье в какой-то степени сразу стало популярным, потому что и на себе девушки тоже показывали это белье. На них, как и вся одежда 12 Stories, все хорошо смотрится. Вот. Сначала площадка была мультибрендовая, по-моему, белью. А там были разные колготки, носки, нижнее белье. А потом уже они переквалифицировались. Сейчас они делают свое белье. Мне кажется, это был пробный какой-то шаг. Они поняли, что им это будет там интересно и целесообразно для бизнеса, поэтому они все и начали. Я купила себе, получается, один такой полноценный комплект и один топ черный, который сейчас на мне, обязательно его тоже покажу. Этот комплект был в размере XL, насколько я помню, но все можно купить по отдельности, нет такого, что вы купите только комплектом. И сами плавки, они размера тоже XL. Они, как видите, с одной и с другой стороны сделаны из такого плотного материала, при этом впереди есть такая небольшая, можно сказать, утягивающая резинка, которая идет по поясу. Сзади этой резинки нет, соответственно, ну, это с какой-то степени удобно. Сам топ, он сделан тоже с нижней резинкой, и сама чашка мягкая, то есть вообще это белье ничего особенно не корректирует. На мой взгляд, оно просто, скажем так, держит все в одном месте, да, если вы меня понимаете. Как раз-таки низ очень хорошо подошел, а верх, наоборот, он, мне кажется, он слишком свободный, хотя, конечно, дома это суперкомфортный вариант, когда вы просто можете надеть сверху худи, либо какую-то действительно объемную рубашку. И вообще вот этот комплект мне очень понравился сам по себе и по качеству. И вот отзывов тоже было много. Я смотрела совершенно разные отзывы, начиная от того, что прям совсем никому не понравилось, и заканчивая тем, что понравилось 50-50, а кто-то совсем в восторге. Тут, мне кажется, все зависит от самой модели, потому что вот эти модели, которые я выбрала, они наиболее комфортные и удобные. Многим они именно они понравились. Что еще важно сказать, наверное, про низ, то, что он за счет вот этой резинки достаточно неплохо подтягивает живот. Но мне, например, не очень нравится, что резинка основная наверху. И как вот, я думаю, многие знают, если белье вверху именно максимально идет перетягивание, да? Перетягивание. Тут получается пережатое состояние такое. Честно скажу, что низ я носила прям крайне мало, а верх прям, ну, очень часто, с учетом того, что я много там на удаленке сидела, то как бы дома я носила в основном вот эти топы. Вот этот топ, соответственно, я стирала там миллион раз, а низ там раза три, наверное. И суть в том, что, видите, они не отличаются по цвету, то есть, соответственно, цвет не сходит. Это приятно. У меня этот комплект, по-моему, с декабря или с ноября, с декабря. Декабрь, январь и вот сейчас, грубо говоря, февраль, то есть за 2,5 месяца ничего не случилось с этим комплектом. В общем, он мне очень нравится. И то же самое могу сказать про черный топ. Он размера L, XL, и вот можно надеть даже таким комплектом, как я сегодня оделась. Я, честно говоря, не решусь так пойти на улицу, но дома спокойно могу так одеться. Skims у меня аж 3 единицы. Я покажу сначала белье. Мне нравится все, что показывают они на фотосессиях, то, как выглядит сайт, очень удобно. У них вся коллекция выглядит таким образом. У них есть дропы, и, соответственно, в этом дропе разные коллекции. Но основное – это всегда basic, корректирующее белье и такой домашней одежды. Мне, на самом деле, подарила моя лучшая подруга на Новый год сертификат в Skims, потому что она знала, что я хочу попробовать, но как-то, знаете, не решалась, потому что нет доставки. А тут она говорит, закажи, и там, через меня. Конечно, предполагала, что я
закажу что-то из домашней одежды, но я в итоге взяла попробовать реально то, что прям мне было интересно. Все знают, что очень большая линейка корректирующего белья у Skims. Мир корректирующего белья, он очень разнообразен, и не все белье корректирует действительно хорошо, потому что я посмотрела обзоры на Skims, и в основном обзоры были, ну, как бы на русском языке практически нет обзоров. Англоязычные, там в основном все девушки показывали боди, либо удлиненные шортики, то есть что-то такое прям полноценно корректирующее. Что я могу сказать по поводу шортиков? Вот мой, так сказать, резюме из того, что я увидела. У них классная подача самих вот этих шортиков, то, что они когда внизу заканчиваются, у них вот эта резинка, она ослаблена. То есть у вас, получается, ногу внизу не перетягивает сильно, что бывает у другого белья. Сама я к корректирующему белью отношусь достаточно хорошо. Я когда-то сильно им увлекалась, если честно. Потом я поняла, что мне это некомфортно. Сейчас я ношу в основном либо бесшовное высокое белье, мягкое, которое там минимально что-то корректирует, либо красивое белье на завышенной талии, которое тоже, ну, слегка-слегка корректирует. У меня есть полноценные такие комплекты, которые, если очень нужно, все утянут. Но вы же наверняка понимаете, что где у вас что утянуло, то где-то это все выйдет. То есть перераспределиться как-то. Миллион разных вариаций, как фигуру скорректировать. У Skims очень много такого формата белья. Плюс, кстати, на сайте всегда вы можете посмотреть, как это плюс-минус будет выглядеть на вашем типе фигуры, на разных фигурах. Это очень классно, интересно. Понятно, что это не будет совпадать с вами на 100%, даже на 50%. Но плюс-минус вы понимаете, как это выглядит. Из размеров, которые вот указаны именно на эти продукты, у них есть, получается, от XXS до 5XL. Начнем. Сверху. Кстати, когда пришла посылка, я удивилась, такая маленькая коробка вместила 3 предмета. Когда я открыла, собственно говоря, топ, я такая, господи, это точно мой размер? Он, в принципе, по ткани потоньше, чем вот эти же белью. В принципе, направлен на то, чтобы скорректировать вашу фигуру. Поэтому они маленькие, соответственно, они растягиваются, не на куколку. И здесь внизу есть такая клейкая резинка, я забыла, как она правильно называется. Соответственно, вы когда надеваете, по логике у вас эта резинка не должна шевелиться. Она закрепляется на вашем теле, но это не так. Она, короче, скользит. Стоил этот топ $32. То есть это, в принципе, априори дороже, чем белью. Белью там в размере до 2000 рублей стоит топ. Он лучше поддерживает, чем белью. Это размер LXL. Я промерила по сантиметрам, что мне должно подойти, и как бы это реально тот размер, который мне должен подходить. Я могу что сказать? Наверное, если бы я знала, что они такие очень сильно корректирующие, я бы взяла на размер побольше, реально. Но я боялась, что опять возьму большое, и будет мне не так комфортно. Поэтому этот топ, он прям мне впритык, и он действительно грудь немножко приподнимает. И больше ее корректирует, держит. Но я бы не сказала, что это действительно комфортно в носке вот на каждый день. И, соответственно, низ тоже стоил $32 и размер LXL. Тоже все измеряла, чтобы быть точной в своих измерениях. Я такая, опа, это мой размер. Но после верха я поняла, что мой. Здесь тоже есть вот эта силиконовая вставка. Я не знаю, она насколько удобна, потому что, ну, как бы, она должна фиксироваться. Что я вам могу сказать? Во-первых, я немножечко не угадала. Ну, что значит, смотришь книгу, видишь фигуру. Было указано, что это именно для талии, как бы, чтобы скорректировать талию. Я же, по своей глупости, думала, что это корректирует живот. Но как бы это не было очевидным для меня. Не то, чтобы я не знаю английский язык, да, но, как бы, видимо, я не так просто поняла. Эти трусики не очень подходят. Но давайте про них расскажу. Они тоже растягиваются достаточно сильно. Ну, как бы под меня они растягиваются, в принципе, под талию. Здесь тоже. Здесь более тонкая ткань, и вся коррекция происходит именно вот в верхней части. То есть это нужно для того, чтобы корректировать вот эту зону. Мне это не очень удобно, и, если честно, прям трудно в этом дышать. Ужасно тяжело. Либо брать на размер больше, реально, либо брать там совершенно какой-то другой продукт.
если первый продукт спорный, второй мне не очень понравился, то третий мне очень нравится. Это леггинсы из хлопка. Чуть-чуть эластана у них есть. У них классно сделан дизайн. Они сами по себе ребристые, как вы поняли. Надпись Skims, что мне, например, импонирует. Я люблю такое. Вот. Резинка в меру плотная. И внизу у них есть такие манжетики. Эти леггинсы мне в какой-то степени напомнили, знаете, такие дедушкины леггинсы. Но на самом деле они классные, удобные, очень мягкие, приятные. Я от них в восторге. И вот в этом случае мне кажется, что я могла бы взять и поменьше размер, чтобы они были, знаете, так впритык. Потому что леггинсы все-таки должны быть впритык. Вот, очень нравится и качество этих леггинс, и то, как они выглядят, смотрятся. Они мне прям такой уют домашний навевают. И я в целом люблю леггинсы, ношу дома. Могу надеть и в поездке, могу надеть и на улицу с футболкой, худи, либо с длинной какой-то рубашкой. Вообще не испытываю какой-то дискомфорт. Но если вы выбираете леггинсы, да, чтобы ходить не только дома, но и там на улице, то самое главное, это чтобы они были плотные и не выглядели на вас как колготки. Знаете, такие леггинсы, которые просвечивают, вообще не надевайте такое. Это вот выглядит максимально ужасно, если честно. Их можно носить только дома. Эти леггинсы, они не просвечивают, но они могут смотреться немножечко не совсем повседневно, а скорее как такой домашний трикотаж. Я очень рекомендую просто изучить хотя бы сайт. Не совсем корректирующее белье, а простое, да, потому что там действительно много размеров. И если будете брать корректирующие, наверное, берите на размер побольше, чтобы вот совсем вас не передавило. Как удобно себя чувствовать комфортно в корректирующем белье? Куча разных колготок бывает, да? Мы говорим про зиму. Например, черные колготки тонкие, даже там 20-30 ден, они бывают с корректирующей зоной вверх, то есть такими шортиками. Это, правда, очень классно корректирует, плюс это комфортно, потому что не передавливает бедра, и, соответственно, бедра кажутся более обтекаемой формы. И, соответственно, можете одеть любое платье, юбку и вообще супер себя чувствовать. Если мы говорим про такого формата шортики на уже теплое время года, я такое совсем не ношу, мне вот это очень некомфортно, они могут подниматься, скатываться, какой-то лишний слой, то есть я не чувствую легкости. Я вообще, как бы, в принципе, стала проще к этому относиться, если уж, ну, как бы, если что-то есть лишнее, это сильно не скорректируешь, но можно немножечко нивелировать, да, там и одежда, еще чем-то. Если что-то облегающее, прям сильно облегающее надену, то, конечно, постараюсь надеть какое-то корректирующее белье. Мне нравится корректирующее белье из такого бюджетного, это H&M. Марка Спенсер часто бывает корректирующее белье. Очень неплохое белье периодически делает. Выше, кстати говоря, иной раз есть очень красивые модели высоких трусиков, кружевных, которые вот можно и так надеть, они красиво смотрятся. То есть не обязательно белье должно быть такое, знаете, очень некрасивое, чтобы вы могли его надеть и скорректировать фигуру. Оно вообще очень разное бывает. Я, наверное, постараюсь оставить какие-то ссылки на белье, которое, мне кажется, неплохо корректирует. Если у вас есть какой-то любимый бренд, обязательно напишите. Я думаю, это многим будет полезно. Вроде как получилось неплохой формат видео. Мне было самой интересно снять его. Вот, поэтому, надеюсь, все вышло. Я прощаюсь с вами. Всех вас обнимаю. И пока-пока.